очередная распаковка посылки от сайта Мыло Опт. Значит, в посылочке у нас всегда идет листок с перечнем, наименованием и ценой. В этот раз я заказала молды, формы силиконовые. Значит, тут силиконовая форма, вот такая вот бабочка в саду. Она не глубокая, ну, сантиметра полтора. Такая вот симпатичная, можно заливать и в одном цвете, ну и можно раскрашивать. Следующая форма у нас пион, 8 марта скоро, поэтому цветочки очень в ходу. Еще в заливку не пробовала, ну, должна быть интересная, хотя сама форма какая-то кривая. Не знаю, может быть, мыли, оно будет смотреться симпатично. Дальше. 2 килограмма прозрачной мыльной основы английской. Пакетики 20 штук большие. И такое в моей жизни первый раз деньги. Я заказывала еще пакетики маленькие. Я так понимаю, на складе не было. И вот написано, что вложено 19 гривен за пакетики. Положили просто деньги. Вот и все. Это вся моя посылочка. Под видео будет ссылка на сайт. Сайт мне нравится. Качество хорошее у них. Цены очень приемлемые. Но очень долго идет доставка. Очень долго они отправляют. Заказ я сделала 3 января, а выслали не аж 19 февраля. Поэтому, ну, это очень большой минус. А все остальное очень нравится. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.